Как я говорил, в праздник Святой Троицы мы будем проводить детский праздник, мероприятие, соревнования, где будет суперприз. Команда, которая победит, поедет в детский православный лагерь, который находится на берегу Днестра. Это Каменец-Подольская епархия и область. Я об этом говорил немножко. И как это будет завтра все происходить? Значит, 18:00, вот это место, где мы проводили в прошлый раз. Дети, возраст от 6 до 15 лет, потому что младших и старших не берут в этот лагерь. И сразу бы хотелось, чтобы дети, которые победили, без всяких проблем туда поехали. Но если придут младшие дети, мы подумаем, что с этим, как говорится, делать. Поэтому, смотрите, в 17:30 на этом месте начнется регистрация. Родители, пожалуйста, возьмите с собой воду, возьмите с собой какое-то полотенце, потому что дети будут бегать, прыгать, они будут мокрые, вспотевшие, легкую одежду. Мы поделим команды, как в тот раз, более попытаемся организовать, чтобы не было никаких задержек. И там команд, если наберется 4, 6, 8, мы будем проводить конкурсы. Будут не просто прыгать, скакать, а еще нужно будет отвечать на вопросы, да, какие-то с детской Библии или с связанных с церковными каким-то вопросом, но легкие вопросы. Надеюсь, что дети смогут командами быстренько и правильно отвечать. Поэтому, надеюсь, завтра 18:00 начало, в 17:30 регистрация. Надеюсь, что будет сладкая вата, может быть, даже будет пирожное. Родители, возьмите обязательно своим детям воды. Обязательно. С вами был жизнерадостный дьяк. Братья собора, завтра вас ждет в праздник Святой Троицы. Возле Преображенского собора будем проводить детские соревнования. Победуны поедут в детский лагерь на 12 дней.